здорово, и это снова Майнкрафт, и это снова мой мир, и это снова картошечка, и это снова алмазная кирка, и это снова тростник. И да, сегодня мы добудем обсидиан. Да, и да. Я не знаю, как это еще можно прокомментировать тем, что мы будем добывать обсидиан, да, и дырка в горе, оказывается, была двухблоковой, и это земля. Так, когда мы все уже разъяснили, я подумал сделать на Бибе спокойные таблички. Они будут говорить о том, то, что мы что-то сделали. И давайте сделаем... Давайте сделаем таблички. Давайте будем честны, то, что мы Майнкрафт закончим там через минут 20, наверное, то, что там уже дракон убьем, там убивать-то его нечего. И просто промолчим тут. Сделали кирку. Алмазы нашли. Качественный контент. Да. Как всегда, классы не по клавиатуре. Это, как всегда, круто, здорово и молодежно. И вот это будет доска почета, как бы мы будем писать, что мы сюда сделали, а почет здесь ни при чем. Я немножко приболел, да. И, по-моему, я вам вру сейчас, я не приболел, просто горло зачесалось. Это первый признак болезни под названием ДЦП, но не суть важно. Мы сейчас чуть не упали в лаву, по-моему, ее надо закрывать вот так. Как я смотрел летсплей, они меня научили многому. И берем булыжник, вот так закрываем. Как бы мы сюда упадем, но не умрем. Все. Давайте ломать обсидиан. Нет, в темноте обсидиан не ломается, значит поставим свет и будем ломать его. Там нам нужно сколько? 36 минус 12, 14, и минус 4 будет 10. Нам надо, чтобы портал сделал 10 обсидиана, и обо всем говорят числа. И пока я ломаю обсидиан, вы можете посмотреть арт, который прислал мне мой подписчик Егор228. Егор228, спасибо, что смотришь мой летсплей и подписан на меня. И да, вы спросите меня, почему у Егора такая картинка? На картинке изображен я. Какая картинка? Это арт. На картинке изображен я, и я стою рядом с Бибой. И моя алмазная кирочка такая. Кирочка, кирочка. Ударение для слабаков. И... Да? Вы спросите, почему? Почему же изображение не формата PNG, а JPEG? А вы спросите тебя, почему вы смотрите мои летсплеи? Потому что идите нахуй. Я немного шокирован от того, что я сейчас сказал. По-моему, я обиделся сам на себя. Я умный, прилежный мальчик. Я не думал то, что я буду говорить такие слова. По-моему, за мной уже едет милиция. Какая милиция? Я образованный мальчик. Полиция. Я живу в России. Это полиция. Какая милиция? Я не знаю, что еще можно говорить, когда копаю обсидиан. Это так увлекательно. И давайте еще раз посчитаем. 36 минус 12 будет 14. Минус 4 получается 10. Нам нужно 10 на портал. 10 у нас есть. И возьмем еще 4 на Enchant Temple. И я не могу это правильно произнести, потому что я ДЦП, и другого объяснения у меня нет. Но копать обсидиан — это всегда весело, так как вы как бы держите левую кнопку мыши и думаете о всяких вещах, там, как вы перелазили через забор после продленки.
Ну а на продленке выходите, потому что вас родители заставляют. Вот как бы такой философский смысл копания обсидиана. И вот, кстати, тот самый блок. И я не пойму, это либо гравий, либо это тот блок. Либо гравий, либо блок. Вот видите, меня заставляют запутываться вот эти блоки. Вот зачем, если есть гравий? И этот блок гравий. И сейчас я вам скажу даже его название. 14 у нас есть, посмотрим. Андесите. Андесите, вот зачем ты вообще появился на этот свет? Ты нам не нужен, уходи. Да, надо ночью написать там в ЛС в скайпе. У меня он есть в друзьях. Надо написать, чтобы убрал, а то как-то не круто. Да. И пока мы копали эту божью структуру, текстурки, камни измененные, но чуть-чуть тверже фигню, наступила ночь, и в нашем... Они меня, похоже, не видят. Погодите, погодите. Ой, ой, он меня видит. Уходим. Это моя ферма, которую я вообще даже не смотрю на нее. Она просто тоже не смотрит на меня. Так что зачем на нее смотреть? Жители здорово. Каждую серию я буду бегать к жителям, говорить им здорово. И вот у нас уже есть 10 обсидиан, даже 14, 4 нынчань тембл, 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 не тейбл, а тембл, 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 тембл. Я не знаю, как мне произнести по-другому, как мне излечить себя от децепа, так что я даже ударение неправильно делаю, так что не приставайте ко мне, я даже не отвечу. Так, у нас есть парочку книжек, мы делаем из них Enchant Temple, и да, тихо, я слышу то, что говорит Temple, а не Table, и да, заткнитесь. Так, у нас есть хорошее местечко для него, и оно будет вот здесь. А зачем мне он? Зачем мне это все? Ладно, притворимся, типа он нам нужен. Сейчас сломаем книжные полочки с наших домиков, где живут жители. Хорошие жители, кстати. Надо будет их убить, потому что они хорошие. Мне нужны жители, на которых я буду жаловаться. И говорить, мол, они ненужные. Да, но тоже ночью написать еще раз. То есть, убери жителей, они никому не нужны. Так. К этому моменту мы уже набрали еще 19 книжек, а нет, это стак. И того у нас есть немножко книжных полок. Я не знаю, сколько надо для 30 уровня, так что я просто положу это сюда. Погодите, портал мне нужен. Так, и... Наверное, в этой серии я буду покорять горы. Так как все уже запланировано, мы сделали. Так, где мои таблички? Похоже, меня развели на таблички. Ну, меня много разводят, так что я уже привык, я не буду огорчаться и сделаю еще одни или поищу их. Нет, есть. И как бы пишем уже вот тут наша стопа развития. Обсидиан есть. У нас, да, портал в нехер. Все. Так, наверное, сейчас полезем в горы, потому что я не вижу больше смысла играть в Майнкрафт, как лазить в горы. И я видел тут пару овечек, надо сделать ферму овечек. Как бы, шерсть это всегда круто. Стильно, модно, молодежно. И, в общем-то, меня пугает эта земелька новая, которая никогда не будет травой. Они же обречили землю на бестравие. Это как бесплодие, только бестравие. Ну, вы поняли шутку, да? И вот, как бы, мы лезем на гору сейчас, и... Я разок уже пытался сюда залезть, но как бы подумал то, что лучше не надо. О, боже мой. Это же похоже на хиткраба из Half-Life. Нет, погодите, это не Half-Life был. Это был Counter-Strike, да. И... Лол, он сдох. Ну, кролики долго не живут. Или это зайцы, мне все равно. Так что...
горные кролики меня преследуют. Я их боюсь. Как скримеры последние. Так вот, мы лезем на гору и ищем хорошее место для дома, потому что я не хочу жить на улице, это не круто, не стильно, не молодежно. Так что я буду жить зайцами в горах, и зачем я сюда залез опять? Не туда. Так вот, я найду дом, поставлю там портал, то есть я его не найду, я построю, конечно, я... Не найду, а построю дом, конечно, да? И... да. И да. Так, надо найти самую высокую точку этой горы, а то как-то будет не круто жить где-нибудь посередине горы, когда тебя будет плющить под бутербродиком горы. И да, я залазю на гору. Трава с бесплодием. Смешно же, вы чё? О, давай. Вот тут круто, вот это да. 10 из 10, и даже вид крутой. Оу. Оу. Интересно, я в воду допрыгну, если она там вообще есть. Мне нравится. Это что-то новое для меня. Ну и как должно в каждом летсплее с кубиками быть это копать что-либо. В начале серии мы копали обсидиан, а обсидиан это не камень. Камень это камень. Да. И сейчас мы выровняем тут молясь. О, крутое слово, молясь. Молясь выровняем рельеф. И... ой. Вот мы как бы копаем, да? Надо не обращать на лаги и просто молчать, когда происходит один FPS. И да, он происходит, а не становится. И так вот, происходит один FPS, и надо молчать. Как будто у тебя зависает видео, а не у меня Майнкрафт. И будет качественный контент еще лучше. Так вот, у меня нет лопаты, значит нам придется, у меня есть лопата. Нам не придется. Сейчас я выравниваю на ваших глазах рельеф горы. И у рельефа нет горы, а гора ли это не рельеф. И так что мы ломаем камень. Да. Не буду в этот раз музыку включать, потому что нам копать всего лишь какую-то землю, и это глупо включать музыку на какую-то землю. Я умею монтажить, так что я не буду включать музыку. Да. Я просто буду ломать землю, и земля не сломает меня. Тут, по-моему, уже хороший вид такой вниз, как бы. И мы потом прыгнем вниз, ощутим всю боль, и давайте сломаем землю. По-моему, это сейчас хорошее предложение, я сказал, ломать землю, потому что нам это сейчас нужно, и я сказал правильные слова для этого. Тут у нас будут деревья по соседству жить, но я не против. Ну или, по-моему, придется выровнять до этого блока, и я вот тогда выкопаю так. Главное сейчас не упасть и не осознать лишнего. Так что ломаем, ломаем, еще сломаем. Сейчас вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот я заметил то, что когда вот так говорят, типа, один, два, три, четыре, такой типа, раз, два, три, четыре, а потом уже после десяти не идет это в рифму, знаете, как-то неправильно. Значит, надо 11, 12, 13 надо называть как-то по-другому, чтобы тоже было в рифму. Чтобы было круто, а чё вот... Глупо же, там, типа, раз, два, три, четыре, там, не знаю, что-нибудь в рифму такое. Вот 20, 30, 40, 50 тоже звучит ведь, да? Не правда ли? А вот после 10 не звучит. И вот, как бы, делайте выводы сами. Я всего лишь копаю, показываю вам, насколько крутые кубики. И, да. Да, это как бы вывод. Вы это должны сделать сами, я не буду вам навязывать своего мнения, так что делайте все сами. Смотрите летсплей сами, снимайте летсплей с нами, кто не снимает летсплей, тот не крутой пацан. И да, ты не крутой пацан. Вот вы слышали, я сейчас сказал да, вам надо было сделать вывод резко, но... У меня не кончилась лопата. Меня просто вынуждают замолчать. Блин, пацаны, я чай забыл. Сейчас, погодите. Ой, я еще чуть не упал.
Погодите. Так, меня не столкнут тут никто, не? Погодите. Алло, здорово. И, короче, да, я сделал чай, и вот вы тоже почувствуете, вот, как бы, такой, я пью чай, и вы должны чувствовать чай. Бегите сейчас на кухню, наливаете чай и выливаете его на себя. Да, вот это чай, чай богов. Не знаю, но пейте кофе, потому что кофе это тоже хорошо. Нет, ну кофе это плохо, конечно, но лучше пейте кофе, как бы. Пользы вам больше будет, и энергия на весь день, там всякие Nescafe Gold. Ой, я это запикаю, пожалуй, потому что я сказал рекламу, а мне никто за нее не платил, хотя Coca-Cola вполне покупает у меня рекламу. Coca-Cola, пейте колу и будьте здоровы. И она просто черная, и вы все равно ее пьете. И пейте. Так вот, мне придется сейчас прыгнуть вниз, и потому что всего лишь наступает ночь, и я так буду потихоньку вот падать такое. Главное, чтобы не оступиться и не ошибиться. Так. И надеюсь, мне сейчас повезет, и я не сдохну. Так, все отлично. И мы прыгнули с верхушки горы. Вот вы сейчас видите, как это происходит теракт. Влетает облако в гору, и, по-моему, сейчас обрушится гора. Потому что облако гораздо тяжелее горы. Я надеюсь, по крайней мере. Так вот, мы поспали, и уже какой день? Второй день моего летсплея по Майнкрафту. И поэтому я не буду устраивать конкурсы и не буду делать новые видео. Так что давайте начнем с овечек. Где моя еда, где мои загоны? Я сейчас сделаю ферму овечек. То есть я пущу им туда траву, они будут ее есть, и я буду их стричь. То есть, да, делайте выводы сами. Так, берем два железа, пшенички, выложим немного ненужного и сделаем, пожалуй, сейчас, оп, забор. А он делается не так, это новая версия, и мы лохи. И такие все говорят, говори за себя, это, я не буду говорить за себя, вы смотрите мой летсплей, я не я ваш. Поняли? Так. Так, так. Так, так. Так, по-моему, мы что-то делаем не так. И ничего такого, это нормально, это естественно. И забор другого цвета. Мне это уже нравится, и, пожалуй, мои овцы будут жить в яме. Яма достойна для них, и они достойны для ямы. Или вообще в колодце. То есть они, пожалуй, будут жить там, где есть трава. Я не желаю им плохого, лишь бы добра. Так, овца, иди сюда. Видели, какие прорисованные текстуры? Аж можно залипать в них. Вон еще одна, и вот она. Давай, пошли. Она меня преследует, мне страшно. Это как маньяк в подворотне. Идем. Опа, опа. Это называется Майнкрафт с элементами паркура. Животноводство с ведением паркура. С элементами. Ну, идешь ты или нет. Больная какая-то овца залипает в воздух. Так вот, пошли, пошли. Ты тупая тварь. Овца. Так, наверное, я их вот туда заведу и сюда травку проведу. Так, давайте потратим свою же алмазную кирку. Ошибаюсь, потому что давно не видел алмазов. Видел. И теперь сломаем один слой этой стены с нашей стороны. И выкопаем ямочку. 4 на 4, 4. Это значит то, что мы вырыем ее 2 на 2, а 4 это я просто ошибся. Легкая математика, и давайте выкопаем эту яму. Вот, вполне достойная ямка для моих овечек. Пошли, овечка. Пошли. Она даже не смотрит на меня. Надо ее дотолкать. Влази. Давай, давай. Она
пройдет, а вторую овечку пока мы... Оп-оп. Не пройдет, не пройдет. Все, и теперь овца пошли. Пошли. По-моему, пшеница не работает. Придется ее дотолкать. Пошли, пошли. Погодите, погодите, она сопротивляется. И... А, да. Почему овцы такие наблюдательные? Они смотрят на все объекты, то, что даже не движется, и то, что движется, они все равно смотрят. Так, заходите оба сюда. Обе, оба. Опа. И, по-моему, их надо свести друг с другом. И... Ме, они сказали одновременно, ме, это знак, судьба. И сейчас мы такие хитрецы, прокопаем тут ямку, эту дырку через угол мы возьмем. Мы не взяли. Но мы возьмем. Погодите, главное, чтобы никто не забежал. Все. Я не могу поставить блок. Отойди, овца. Ладно, так тоже хорошо. Так вот, мы сделали фирму овец, только не до конца и не полностью, так что никто не обессудит то, что я сейчас скажу, так что обессудьте. И, по-моему, сейчас надо на Бибе написать. Погодите, таблички кончились. Беда. Так, так. Опа. Опа. У нас есть три таблички, которые... Так. О, смотрите, смотрите. Табличка как бы летит в стенку и появляется на стене. И, по-моему, на ней что-то на арабском написано. Вот это хороший момент. Зачем мне писать на русском? Ферма... Ферма... Овча. Нет. Овец. DLC плюс 249 рублей. Дон. И, по-моему, на этом придется заканчивать. Всем здорово, и подписывайтесь, ставьте лайки, и в следующей серии мы будем строить дом на этой скале. И да.